Ну что же, всем здорова, с вами Тайшорк, и сегодня продолжаем прошлой игры Ratchet & Clank Rift Apart. И давайте-ка начнем. И мне наконец-то удалось запустить эту игру с геймпадом от PlayStation 4. Знаете, зачем я хотел его выбрать? Да просто у него села зарядка, а просто сидеть и ждать, пока он зарядится, мне влом. Я лучше буду сидеть играть, а он будет заряжаться от PS3. Неплохо, так? Ладно, сейчас мы отправляемся уже на другую планету. Но перед тем, как мы на нее отправимся, нам нужно чуть-чуть полетать на кораблике и пострелять. У меня, кстати говоря, это всегда криво получалось. А вот на геймпаде от PS4, кстати, у меня будет, наверное, это получаться хуже. Так как у геймпада от PS4 лично для меня есть один минус. Я потом его скажу. Ну так вот, минус геймпада PS4, это радиус наклона стика, он тут маленький. А если же радиус наклона стика маленький, значит повышена чувствительность. И тут есть, знаете что? А, да, тут же правым стиком не отправляется, так что все. Ну тут, кстати, реально повышена чувствительность, и управлять как-то непривычно лично мне, да-да-да. А как тут стрелять, я забыл. На крестик, окей. А ускорение, значит, на квадрат. Все, вроде бы вспомнил. Да, тут у нас еще, кстати, это вещь не бесконечная. Так. Да умри ты. Мне нужно, кстати говоря, убить 20 кораблей. И это только говоря за первую волну. Потом будет вторая, и там нужно убить столько же. Так, у меня так криво всегда получалось. Я долго никого убить не мог. Ну и сейчас, честно говоря, у меня не очень-то дело получается. Осталось 14 кораблей. Я в них банально прицелиться не могу. Ну серьезно, будь это геймпад от PS3, было бы удобнее. Серьезно, что за фигня? Я нацелиться на нее не могу. Ладно, пофиг, будем играть так. Надеюсь, это быстро пройдет. О, меня уже щит, оказывается, снесли. Офигеть. Тут, кстати говоря, он может из них выпасть. То есть из этих самолетиков может выпасть щит. Но мне пока что выпадает только Равитан. Обидно. Вот, опять еще год Равитан. У меня уже его 3. Равитан, кстати говоря, используется для улучшения корабля. В ходе которого можно... О, портал, отлично. Как сказать? Чем больше у вас Равитана, тем лучше. Вы можете улучшить, допустим, корабль на щит, там, не знаю, на стрельбу и так далее. Я же всегда его улучшал на щит, чтобы меня меньше старались уже пробить. О, ноль, первая волна закончена. Неплохо. Надеюсь, так же будет и вторая волна, то есть очень быстро. А как ракеты пускать на кружок, да? Вроде бы да. Пока что 20. Так, одного уже нету, даже двоих уже нет. Прикольно. А у меня, кстати говоря, нехило так сносят щит, и у меня практически его снесли. А вот все, до конца. Ну, ситуация уже 14, у меня практически... Как осталось? Осталось много жизни, отняли всего лишь четверть. Я запинаюсь, не знаю, что говорить. Потому что как-то тут сосредоточиться сложно, тут умереть легко. О, 10 осталось, главное не сдохнуть. Так, вот там сзади меня есть. Знаете, как я привык это проходить? Я раньше просто вот так летел по кругу, и они просто попадались мне под прицел и умирали. О, 5 осталось, круто. Серьезно, главное не уложить сейчас. У меня 7 ракет на пятерых. Отлично, меня там палят. Окей, у меня 7 ракет на четверых. Жертва. Окей, у меня 7 ракет на троих. У меня 7 ракет на двоих, и у меня жизни мало. Все. И мы прошли это дело. Ах, да, еще один минус геймпада PS4. На нем не работает кнопка PS, когда ты его подключаешь к PS3. То есть, знаете что? К PS3, по-моему, можно подключить любой геймпад, кроме геймпада от Xbox, так как эти приставки конкуренты, и там еще какой-то чип, процессор, бла. Так, мы можем купить пилы или же дробовик. Давайте-ка я останусь пока что при своем. Пока что ничего покупать не буду. В принципе, вот такой вот арсенал мне нравится. Так, его давайте убьем. Давайте-ка мы сейчас пойдем направо, но перед тем, как пойдем, мы соберем болты. Я несу снова откровенную чушь, повторяю некоторые слова дважды, а то и трижды. Ну, знаете, мне сейчас все равно. Мне главное записать эту часть, потому что у меня времени в обрез, то есть нету времени на перезапись и так далее. Так, знаете, что мне кажется? Мне кажется, я двигаюсь очень медленно. Потому что у меня ощущение, что я не до конца наклонил стик. Капец. Ладно, ну вроде бы пока что неплохо справляюсь, и в принципе геймпад тут PS4 игру вообще тут не портит.
Я все-таки привык играть в Ratchet & на геймпад от PS3, но знаете, нужно все-таки нарабатывать руку, играть на геймпаде от PS4, так как на PS4 скоро будет Ratchet & Clank, а с геймпадом от PS3 в него не поиграешь. Так, окей. А ведь знаете, если бы я в прошлой части не сходил и не получил вот этот вот прибор, сюда бы мы не зашли. Так, мы должны вот этого чудика сюда вставить. Все. Ты мне больше не нужен. Что еще мне тут нужно? Мне, по-моему, сейчас нужно пробить дверь. Где эта дверка? А, вон она. А, нет, стоять. Пусть дверка еще подождет. Я сначала с этими маленькими роботами надо разобраться. Так, она уже бомбанет. Ну, все, отлично. Так. Этот идиот там ходит. Смотрите, какой прикол. Он меня боится, когда я его только беру. А, допустим, когда он просто ходит, ему на меня пофиг. Там кто-то был или мне показалось? А, там все-таки кто-то был. А, у меня задели даже. А прилично мне так снес. Все, он умер. Отлично. Нигде тут хилки часом нет? Я помню, ты мне нужен, так что иди сюда. Отлично. Смотрите, как он пытается от меня отойти. Боже мой, мне даже его жалко. Нет, про не жалко. И теперь давайте как с рогатки нацелимся. Так, стоять. Что-то эта штука криво работает. Вроде бы все. Лети. Отлично. Мы используем его тело. Давайте-ка сыграем в рулетку. Что мне выпадет? Так. Давай. Выпало ничего. Ладно, попробуем еще раз. Ой! Вот это я тупанул. Еще чуть-чуть и я умру. Капец. Это я говорю, я могу умереть только из-за своей собственной тупости. По другим причинам никак. Офигенно просто. Мне бы срочно найти хилку. А то так, я думаю, долго не протяну. Хотя нет, протяну я тут достаточно долго. Так, отлично, панельки. Бла-бла-бла. О, снова болты. Собираем абсолютно все. Нужно постараться не потерять ни единого болтика. У меня, кстати говоря, 9000. Но этого мне недостаточно. Вот, допустим, дробовик, по-моему, сильное оружие, но он работает только в ближнем бою. А я привык держаться от врагов на дальней дистанции. Так, аккуратненько. Эта штука может бомбануть. А как Ratchet с ней прыгает? У меня такой вопрос. Все, отлично. Мне кажется, там кто-то был. А, нет, смотрите-ка, все, это конец, отлично. Так, давайте-ка только болты соберем. Ага, давайте-ка 10 тысяч, хочу 10 тысяч. О, отлично, еще патроны. Угу. Не, пока что все идет идеально. Ну, я, знаете, буду как, допустим, с Ratchet Clank первым. Я буду проходить одну планету и на этом заканчивать. В данном случае мы сейчас еще одну миссию на этой планете пройдем, и на этом уже я закончу главности. А вот теперь нам нужно рассчитывать уже. Так, одна есть. А вот те штуки, что наверху, тут даже рассчитывать не надо. Просто нужно в самый конец уже отойти. Ну и нацелиться еще надо. Ну все, думаю, это легко. Так. Целимся аккуратненько. Пли! Хм, перелетело. А вот сейчас попадет. Хм, перелетело. Капец. Я косой. Вот сейчас должна попасть. О. Отлично. Все. Ха! Капец, промахнулся. Ладно, вот сейчас точно попаду. Бабах. Отлично. И с этим мы закончили. Эту миссию мы прошли. Мы можем пройти по мостику. Стоять. Все, вспомнил. Давайте-ка мы еще сюда зайдем. Так, нам еще сюда нужно подлететь. Тут нам нужно выкрутить вот эти вот штуковины и разрушить их. Так, стоять, на меня бегут. Нормально, я от них отошел, и они плюнули на меня. Найс. Вот. Нам нужно эти большие штуковины разрушить. Так. Отлично, осталось еще 5. Ну, думаю, это будет быстро. О, снова враги. Но они пока что безобидные. Их, кстати, можно было и ключом побить. Но меня больше прикалывает убивать их именно так. То есть с пистолета, хотя это уже какой-то огнемет. Нет, это не огнемет, это Heavy Lancer.
Будем называть их уже по назначению. Так. Ой, точнее, как сказать по назначению? По названию, точнее. Слегка оговорился. Просто определение перепутал, и все. Слегка оговорился. Так. Отлично. Тогда давайте лучше в ту сторону пойдем. Тоже есть враги посерьезнее. Но они уничтожаются с двух ударов. И меня успели куснуть. Прикольно. Такс. Выкручиваем. Так, осталось еще три. Теперь давайте подойдем к той уже. Мне интересно, а сюда падать можно? Нет, я шучу. Я уже сюда падал и знаю, что я получу урон. Оп. Упс. Все. Знаете, почему я в них стреляю? Потому что мне патронов не жалко. Хотя еще чуть-чуть, они мне кончатся. Так что давайте-ка уже нашим ключом воспользуемся. Ну вот, воспользовался ключом, и меня успели задеть. А ты сдохни. Так. Что вы спите? Спать на работе нельзя. Вот чем это может обернуться для вас. Как это, музыка странная. А, кстати, я помню, был случай. Короче, я вот к этой музыке прислушивался, и там был такой звук, похожий на вибрацию телефона. И я, по-моему, как-то взял и подумал, что мне телефон звонит. Просто я идиот, который ставит телефон все время на беззвучный режим, и даже, не знаю, там 40 пропущенных от какого-то там человека не заставит меня включить звук. Че бегаю по кругу? Так, куда бы мне пойти? Так, это вообще начальная точка. Так, как бы мне забраться наверх? А, отлично, все нашел. Прыжок. Вау, что-то вас тут многовато. О, другое дело. Ну, а их тут только двое. Тогда их убить не составит. О, трое? Ну, в принципе, это не сильно изменило ситуацию. А тут он что, только один? Странно. Ну да ладно. Мне же легче. Так, аккуратненько. И осталась одна. И где же она у нас? Что-то я тут не вижу. Все, увидел. Отлично. Что? Окей. Это было странно. Мне показалось, кстати, я в текстуре застрял. Тут, кстати говоря, тут такое может случиться, но редко. И у меня снова приступ тавтологии. Я повторил одно и то же слово дважды. Причем неуместно повторю. Так, отлично. Бабах! Ой! А я думал, все-таки ударит. О, а их тут двое или трое? Просто вот за этой зеленой не видно. Нет, их тут все-таки двое. Так, а куда мне попасть, надо, чтобы ее выкрутить? Сюда? Да, сюда. Отлично. Отлично. Прыжок. И уничтожение. Все. Mission complete. My boy, you are proving to be invaluable in this underwear. Anywho, it appears the thief is now under the protection of thugs for less. But I may have found a way for you to insinuate their operation. Is it dangerous? No. Actually, yes, it is. Good. Take a look at this. The wind in your hair, the sun on your skin. The bugs in your teeth. We are the Desert Riders. Before I became a Desert Rider, I didn't fit in anywheres. I had low self-esteem, bad breath, and a thing for ladies' undergarments. But these guys understand me. They really do. Yeah, I'm just here for the bake sales. Oh yeah, I also make these cute gloves for all the guys. So if you've got what it takes, use this temporary membership to enter the most grueling hoverbike race in the galaxy. Win it and become one of us. Desert Riders, the number one leisure choice of Thugs for Less.
Desert riders all use Megacorp bikes, so I just had to pull a few strings. Contract me as soon as you get more indignation. Fizz-widget out. Окей, меня снова возвращает на ту планету, с которой мы это начали. Сейчас мы на ней пройдем еще одну миссию, и на этом я заканчиваю. Честно говоря, все как-то быстро идет. Меня даже, кстати говоря, снова никто не убил. Что просто, как сказать, очень хорошо. О, кстати, а вот с этой штукой опасно иметь дело. Именно с этой, с этим. Я буду называть это эскалатором. Или же движущейся дорожкой. Потому что определение этого слова не знаю. Ну так вот, я помню, пока вот не появилась вот эта вот, как сказать, голограмма, там пустота. После ее появления все зашибись. Так, вас надо убить. Кстати, я только сейчас заметил, болты рисанулись. Так, ну ой, не болты, а вот эти ящики с болтами. То есть снова появились. Блин, как рычит медленно идет, серьезно, я хочу, чтобы он быстрее шел. Жалко, нету такого улучшения, чтобы он быстрее реально ходил. О, теперь вас двое. Ничего, я с вами справлюсь. Так. Отлично. Теперь давайте-ка сыграем рулетку. Что мне выпадет? Ничего. Попытка номер два. О, бомба, отлично. Вот поэтому, кстати, я и отходил от этой штуковины, так как здесь может выпасть именно вот это. А, я не попал? Странно. Ой, боже мой. Я его спину убил. Так, так, камера, поворачивайся, я там еще врагов видел. А, тут он один. Окей. Теперь там ноль. Так, что тут боюсь? У меня все время ощущение, что я упаду. Так. Кстати говоря, тут главное не упасть, так как чекпоинт в самом начале. То есть мне придется заново это проходить. Так что тут лучше пусть он идет медленно, но главное не умрет. Потому что если я сейчас подпрыгну именно вот там, то потом он за нее не схватится. А вот сейчас будет чуть-чуть сложновато. Или нет? Ну уж как получится. Так. Нет, пока что никакой сложности я не ощущаю вообще. Кончились? Да, походу реально кончились. Знаете, я вот только на этом месте боялся, что у меня патроны закончатся. А так все нормально. И вы тоже это видите? Вот это тот случай, когда вот эти ящики с болтами разрушать не надо. А вот теперь можно. Так, главное попасть в вот эту бомбу. Так, вот тут еще давайте-ка болты соберем. Так как, конечно, патронов у нас много, но все-таки не так щедрить не надо. Раскидываться. Интересно, такое слово щедрить вообще есть? Вот, короче говоря, что я хотел показать. Рэтчет банально не допрыгнет, поэтому эти болты не стоило разрушать. Ой, ящик не заболтал. Так, отлично. Хоп. Хоп. Все, пока что идет идеально. Меня никто не убил. Но, кстати говоря, обычно, когда я говорю эту фразу, меня либо убивают, либо задевают, и причем нехило. Оба-на, у вас что-то тут многовато. Умри. Теперь ты. Все, отлично. О, жизни. Но не менее нужны. И, кстати говоря, еще чуть-чуть, у меня будет улучшение. Мне кажется, здесь выпадет бомба. Нет, мне выпали патроны. Так, подождем, когда выпадет бомба. И мне выпали болты. 3 болтика. Дали 15. И минус 10. А, когда тут же болты тратятся. О, я выиграл еще болтов. И теперь знаете, что я хочу сделать? Нет. Я подожду, когда здесь все-таки выпадет мина. Снова болты. Дайте-ка вот тут тогда что-ли.
Снова болты? Ладно, я тут не буду останавливаться, давайте-ка уже пойдем. А, кстати, это все, скоро конец будет. Круто. Ой-ой-ой. Сейчас было ослепление, за которое, кстати, могли меня убить. У меня уже, кстати, был такой прикол. Улучшение, и меня убивает. По причине того, что я был ослеплен. Вау. А когда вы кончитесь? У меня скорее патроны быстрее кончатся, чем вы. О, все, отлично. А эти что тут стоят? Ну, в принципе, не важно. О, да, сколько болтов. И патронов причем. А давайте-ка патроны на полную, пожалуй, купим. Так, это я покупать не хочу, и это тоже. Банально, у меня денег нету. И идем на арену. А, точно, мне нужно этот прибор получить. А для того, чтобы его получить, мне, естественно, надо выиграть. Здесь действует такая система. Либо выигрыш, либо смерть. Но в моем случае будет выигрыш. И тут всего лишь 7... Ой, 6 волн. Ой, чувствую, это будет легко. Хотя я и знал, что это будет легко. На это место уже проходил. И не один раз. Ура! Вы дохнете, как мухи. Уже третья волна? Чё так быстро? А, отлично. Шикарно. Я просто не знаю, что говорить, и буду повторять эти слова до бесконечности. Потому что... Ой, блин, какой-то бред получается. Всё, проехали. Так. О, уже пятая волна, отлично. Не, я уже несколько раз повторился с этими словами, так что пора менять тему. И просто говорить 2-3 слова за вот этот раунд я не буду. Я буду стараться хотя бы о чем-то поговорить. Вот о чем? Я буду говорить на тему о том, что у меня нет темы. Вот так. А, я выиграл. Ладно, давайте-ка мы выйдем, пожалуй, отсюда. И сейчас будет самое, что есть мое нелюбимое, и это взлом электролайзера. Потому что это так скучно, и тут одну пропустил, и считай, ты труп, вот так вот. Я просто тут верхнюю не заметил. Прошла, сейчас вот это пройдет, теперь вот это, теперь вот это, теперь вот это, теперь вот это, и все, взлом завершен. Все. А, сейчас будет катсцена. Маленькая, но катсцена. Hey, this would make a nice souvenir for Clank. Yeah! Hey! You have no idea what you're involved in. Return to your old galaxy immediately. Or this will happen to you. Or this. Так, мы получили координаты на новую планету, но перед тем, как мне подойти до моего корабля, мне нужно это взломать. Круто. Сюда, сюда. Фух. Прошел. С первого раза. Ладно. И мы прошли эту планету полностью. И на этом я, пожалуй, закончу. Вот видите, я же сказал, надо подождать. Иначе вы просто упадете. You want to hear lots of bots. Да-да-да. Когда у вас мало болтов, можете пойти на арену и набить их. Ладно, ну что ж,
Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. А с вами был Тайгершок. Вроде как-то так. До скорого. Лол, в этом режиме камера вправо-влево не поворачивается. Именно на геймпаде от PS4 офигеть. Ладно, все. Всем пока. Вот, все, пока.